Однако, как пахнет сиреневой весной, мне во сне является собака, что сквозь детство рядом шла со мной. Друг мой не был беспорочен, друг мой бесворотен был и мог. Пес не человек, что наступит чудесный мир. Сегодняшнюю акцию в защиту братьев наших меньших подготовила молодежная платформа инициатив «Теплица». Мы очень рады, что вы пришли, поучаствовали в этой акции и оставили свою частичку доброты на этой площади. Кто не знает, Алина Зинченко из молодежной организации «Теплица» совсем недавно выиграла мини-грант на строительство вольеров для нашего города. И успешно смогла его реализовать. Спасибо большое этим людям, которые в течение месяца не только строили вольеры, а приходили на нашу карантинную площадку, где находится 70 собак. Лечили их, гуляли вместе с нами, заботились о них. И прониклись этой проблемой и решили устроить эту добрую акцию на нашей площади. Вы знаете, мы уже не раз приходили к городскому голове, просили, требовали, создавали рабочую группу. И сейчас мы решили прийти вместе с детьми. Может быть, сердце нашего мэра дрогнет, все-таки пересмотрит свою позицию. Как вы знаете, у нас с апреля месяца нашего города отвозят в город Харьков, и там мы возвращаемся назад в Советский Союз. В то время как мы предлагали различные варианты гуманные методы регулирования бездомных животных. Вы знаете, в нашей стране не обязательно что-то создавать, выращивать и так далее, чтобы получить деньги. Достаточно это взять вот прямо с наших улиц города. И не просто взять, а украсть вечером, чтобы никто не видел. И просто за это получить деньги. Отлов одной собаки в нашем городе обходится нашим городским властям 710 гривен. Мне понравилось сравнение в интернете. Какая-то молодая девушка написала, что поймав две собаки, в сумме получается та пенсия нашего пожилого гражданина, которую платят за месяц. То есть отловили две собаки, это равно пенсии нашего пенсионера. Мы хотим, чтобы вы вместе с нами поприсутствовали на флешмобе славянских животных. Спасибо вам еще огромное, что вы пришли сегодня на эту площадь.
обращение животных уже давно называют в Украине всеукраинской живодерней. Задумайтесь над такой цифрой. Только в 2015 году на Купянский утильзавод было отправлено с Харьковского КП 50 тонн убитых животных. Вдумайтесь в эту цифру. Это десятки тысяч убитых животных в городе. Это слезы, это сердечные приступы владельцев. Это загубленные невинные души. Мы категорически против заключения договора с Харьковским КП «Центр обращения животных», где цель этого договора не обеспечивать, не бороться с вот этой вот бездомностью, с этой проблемой бездомных собак, не охранять их, не стерилизовать, не лечить, а именно уничтожать и таким образом зачищать город от бездомных собак. Вот с этой целью сегодня организован вот этот флешмоб, и мы надеемся, что руководство города услышит нас. Спасибо. Сегодня, кто помогал нам в проведении акции, спасибо большое Василию Хоменко, молодежной инициативной группе ребят «Теплица». Спасибо вам огромное. Но у кого-то, конечно, цель зачищать, а наша цель защищать. Як легко переживати всілякі труднощі в житті, підлітковому періоді і таке інше, які надихають творити добро і надихають розвивати себе, розвивати своє місце. Тому я прошу підійти всіх дітей, які долучились до цієї акції, і отримати сувеніри. Об'яви одна на одну, одна на одну. Я не знаю, декілька років тому чомусь комунальні служби цим займалися і знімали ці об'яви. Зараз вони просто одна на одну наростають, і з цим ніхто нічого не робить. І тому ми ініціюємо, мабуть, 17 червня. Хочемо зібрати не лише активну молодь, яка є в Теплиці, а всіх небайдужих мешканців. І ми хочемо відчистити місто від цих об'яв і зробити якесь звернення до місцевої влади, щоб комунальні служби цим також переймалися, щоб у нас були чисті стовпи, чисті